Одной из форм работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является организация межведомственных рейдов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, участниками которых также являются сотрудники полиции, социальной защиты, управления опеки и попечительства. Главная работа комиссии – это раннее выявление неблагополучных семей. Например, накануне сотрудники комиссии посетили одну из семей, которая стоит на контроле уже 1.5 года. Но все это время мама смотрит за своими детьми и ведет здоровый образ жизни. И если в дальнейшем все будет идти у семьи хорошо, то их могут снять с контроля. Вообще, когда снимается с учета, с межведомственного учета семья, мы рекомендуем образовательным учреждениям оставлять какое-то время семью на ведомственном учете. То есть за семьей будут пристально наблюдать в школе, в детском саду, и в случае уклонения от выполнения родительских обязанностей они сразу будут нам сигнализировать. Также в этом году по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка с 1 июня по 31 августа 2022 года проводится всероссийская акция «Безопасность детства». Поэтому сейчас в ходе межведомственных рейдов посещаются места, которые являются опасными для несовершеннолетних. Это водоемы, которые не предназначены для купания, объекты незавершенного строительства и заброшенные объекты. В беседе с родителями и несовершеннолетними рекомендуется неукоснительно соблюдать правила поведения на воде, на дороге, на железнодорожном транспорте. И родителям и несовершеннолетним объясняется то, что нельзя допускать нахождение несовершеннолетних на объектах повышенной опасности, там, где они могут получить какую-либо травму. Родители всегда предупреждаются об административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. И хочется в связи с этим обратиться к родителям. Пожалуйста, чаще разговаривайте с детьми, чтобы вы были в курсе, где они проводят время свободное сейчас в каникулярное время, чем они занимаются, с кем они гуляют, где они находятся. И обязательно говорите о той опасности, которая может их подстерегать вот на этих местах, которые не предназначены для нахождения несовершеннолетних. Ведь зачастую в летние каникулы, когда взрослые на работе, дети предоставлены сами себе. Проехали заброшенные здания, проехали водоемы, дабы обнаружить несовершеннолетних подростков. Данные выезды будут проходить до конца купального сезона, пока тепло. В этом году уже осуществлялись несколько выездов. То есть также были обнаружены несовершеннолетние купающие. В этом году уже было обнаружено 3 несовершеннолетних. За первое полугодие 2022 года комиссией организовано и проведено 13 рейдов. Посещена 51 семья. По результатам выездов были помещены на реабилитацию в государственное учреждение 5 несовершеннолетних из 3 семей. Вероника Климова, Иван Петров, Денис Надельный, Габриэль Филатов, городские новости, телеканал «Лента».